Всем здравствуйте! Сегодня 24 декабря 2023 год. Воскресенье. Одесса. Мы сейчас ехали на трамвае, знаете, вот вдоль всего полотна вот такие вот, если вы видите, выкопаны ямы. И вот там тоже. И огромные трубы лежат, вы видите? Это вот что-то меняется, мы, честно говоря, не знаем. Мне кажется, это новый водопровод. В новые дома. В новые дома, может быть, в Аркадии, которые. Думаешь, да? Да. Но там же столько домов. А. Мы давно не были именно в этой части города. Решили здесь немножко пройти. Посмотри на эти трубы. Да. Огромные. Вот их паяют специально. Угу. И вот, знаете, вот мы ехали, и там прямо брусчатка выкопана, и промежутки, и очень много-много этих ям. Так, покажу вот это все отель. Что здесь очень много изменилось в этом районе. Так, хорошо. С утра у нас уже была воздушная тревога. Ночью было минус один, и утром рано-рано утром тоже было минус один. Сейчас ветер. Мы выходили, было 0 градусов. На лужах, если были лужи, был лед, был виден. Да, Игорь Сергеевич? Да. Вода, да. Вот здесь, видите, международная школа спорта, тренажерный зал, бассейн, зал кино, звезда, плавание для... Так, парковка. Сейчас мы пойдем. Нет, это все Юракадемия все строила. Построила. А при чем это все? Ну, это церковь, да. Солнце светит, я не вижу. Храм открыт, вон написано. Да. Международная академия, вот это все при академии, да. Сейчас. Вот. Международная академичная школа. Режим работы. Смотри, елочка. Да. Идет служба, слышно музыку. Часы. Я здесь так близко вовнутрь даже не заходила никогда. А что там мужчина стоит? Это чтобы мы не зашли или как? Нет, там открыто. Да? Просто стоите. А. Ну, скоро праздники будут. Сегодня уже мы с утра получали много поздравлений с Рождеством Христовым. Вы знаете, что у нас поменялся календарь. Вот идет трамвай. И уже идут поздравления с наступающим Рождеством. Многие празднуют 25-го, кто-то сказал, будет праздновать и 25-го, и 7-го, а кто-то будет праздновать, как и праздновал, только 7-го. Это выбор каждого. Спасибо всем, кто нас поздравляет. Нам очень приятно. Не имеет значения, празднует кто-то или не празднует, но поздравление всегда приятно. Правда, Игорь Сергеевич? Да. Смотри, здесь сосенки. А это стоматология. Вот кто-то меня спрашивал, что с базой моряков. Вот это примерно где-то здесь была база моряков, да? Я уже даже не могу сориентироваться. Ну, примерно это вот эта территория и есть. Территория, да. Да. О, видите? Работают, делают, делают. А вы не скажете, это что, водопровод менять? Да, да, вот. А, спасибо. Во, люди сказали, водопровод. Видите? В Аркадию. Да, да, да. В новые дома, точно, точно. Там же да. Проблемы. Да, потому что вот мы сейчас пойдем, мы сейчас здесь пройдем, повернем налево, и мы пойдем в сторону Аркадия. А можно пойти было там сверху, мы часто там ходили. Да, вот территория, да, вот, по-моему, бывшая база моряков, да? Да, вот, да, да, да.
Вот эта территория. Ну, здесь всегда это район санаториев, баз отдыха была, собственно говоря. Сейчас это немножко изменилось. Но санаторий, по-моему, остался, там даже мама когда-то... Нет, санаторий есть, да, санаторий есть. Есть санаторий, есть база отдыха, все есть. Никто ж не говорит, что... Вот, видите, старые корпуса. Все это есть. Ну и те, кто знает, где это, знают, где мы идем, понимают, что это за улица. Я так думаю, что не надо. Вот, видите, это вот реклама лицея Мрия. Да. Что у нас, значит, говорят, будет на праздниках, как, что будет работать. Значит, во-первых, комендантский час остается, как и был, с 00 до 5 утра. Никто комендантский час не отменяет, не имеет значения, праздники, не праздники. Так как у нас военное положение, выходных нет. Но, например, каждый продуктовый магазин делает свои графики. У кого-то короче на 1-2 часа, у кого-то где-то будет выходной. Это надо смотреть в каждом магазине. Банки работают так же, как и работали. Никаких изменений нет. Мы, наверное, пройдем, надеюсь, что мы будем. Смотри, как много, да? Здесь вообще длиннющая, посмотри какая. Здесь проще было выгнать. Ага, чем кусочками проще, да? Здесь только сосенок. И там вдалеке видны вот эти все новостройки аркадиевские. Там такое их количество, да, да. Воды не хватит. Ну, конечно. Вот, видите, вот санаторий, да. Он действующий, работающий. Отдыхают люди со всей Украины, приезжают сюда. Очень хороший санаторий, хорошее питание, хорошее обслуживание. Хорошие процедуры лечебные здесь проходят. Все это работает. Да, так что, да, банки как будут, так и будут работать, как работали. Почты, значит, новая почта, сказали, что 31-го у них будет укороченный рабочий день, а 1-го выходной. Это новая почта. А Укрпочта выходной будет только 1 января. Вот такое примерно. Но можно будет посмотреть это все в интернете, можно назвать, набрать Укрпочта или новая почта. И всегда можно увидеть, там пишется, по каким дням, в какое время они работают. И тем более по праздникам, как это все будет. У всех по-разному. Так что это, если кому-то интересно, посмотрите. Также, знаете что, значит, 26-го не будет газа, не будет... Газа, да. Или себе, боже. Ой, я забыла. Что не будет у людей? Газа, да. 26-го не будет газа. И я на нашем канале Telegram, который называется «Одесские прогулки», выложила, где по каким адресам не будет газа. Так что, если кому это интересно, можете тоже посмотреть. Ох, ты посмотри, какой ветер. Нас сносит. Это вот гипермаркет «Сады Победы». Перемог. Да, я все время хотела снять вот этот, вот этих бизнесменов, электронов. У меня не получалось. Вот, да. «Сады Перемоги». А, вот этот галстук. Вход. А здесь стоянка. Можно было там пойти, но там неудобно немножко. Мы уже пойдем здесь. Как говорится, изнутри. Ух! Вот это да!
Меня чуть не унесло. Хорошо, что Игорь Сергеевич меня крепко держит. Или я его крепко схватила за пальцы, да? Вот здесь остановка, можно здесь выйти. Видите, ходит транспорт. И троллейбус, и трамвай. Очень здесь узкий. Ну, был там идти. Зачем мы с ним? Ты ж вышла, я за тобой. А я за тобой. Вот видите, здесь паркинг. Могут машины стоять. Как мы там шли. Как это все выглядит. Вот. Проход для пешеходов. Вот видишь, о, ну все цивильно, грамотно. Все очень. Да, смотри. Мне светит солнце в глаз, и я не вижу, что я снимаю. Немножко назад, Игорь, чтобы я показывала здесь, а не тебя. Вот. Ну, вот так сейчас все это выглядит. Если видно, конечно, если вам не светит солнце. Что-то мы так близко идем. Мы всегда шли по-другому немножко. Это сейчас вот мы идем вниз в сторону Аркадии. Лучше дорогу перейти. Почему? Через эти стоянки. Ну и что? А что тебе это так раздражает? Да. Что да? Так же интереснее смотреть. Ну, сейчас здесь немножко придем и перейдем туда. Будем и так, и так. Просто контраст покажем. Здесь и здесь. Да, кое-что еще осталось. Да? Что можно узнать. Ну, это для тех, кто давно не был, не приезжал, не видел. Задувает. Так что, где ты хочешь перейти? Здесь пешеходный переход. А здесь есть переход, да? Хорошо. Здесь много магазинов, кафе. В этих... Куда ж ты меня ведешь? Ты же сказал, здесь есть переход. Да. Где же? Вот же он. Отель Аркадия. И вот эти самокаты. Что? Здесь. Здесь? Да. Огромные дома, посмотрите. Это всегда очень была зеленая зона, всегда здесь летом тень, много растительности. Ну, сейчас тоже есть, но по-другому. Вот здесь тоже отель. А давай посмотрим, что это. Ресторан, лунч-кафе, Атлантик, ночной клуб, караоке, банкетный зал, конференц-зал, бассейн, фитнес. Это все вот это? Да. Это все вот это. Видите, сколько елочек. И это натуральные, настоящие елочки. Вот о чем я говорила, здесь всегда такая была зеленая, красивая зона. Да, Игорь? Вот, Атлантик, отель.
Сейчас предпраздничные дни, очень много людей на базаре, очень много людей в магазинах, в супермаркетах, все что-то покупают, готовятся, у всех свои праздники. Видите, там много магазинов, кафе разных, видите, и вещи, и продукты, и стоматология, все. Не знаю, но я здесь жить не хотел бы. Там высотка на Дубае, а вот это уже, да-да-да, это уже у каждого свое, да. Я глубоко не заглядываю. Ну, романтика в этом что-то есть. Да. Вот здесь ресторан. Но он летний. Есть летний, есть зимний. Ну, я не знаю, я вижу там летний. Да, и тоже огромный гипермаркет. Сити-центр. Сити-центр. Ой, они так все по-разному называются. Сити-центр, гипермаркет. Ну вот Кадор, Сити-мал. Бизнес-центр. Да, Кадор. Ля Сильпо. Много машин, люди приехали за покупками. Машин здесь везде много, да, где не развернись сейчас. Ну, как, собственно говоря, по всей Одессе. Иногда спрашивают, где люди. Ну, вот машины стоят, значит, люди где-то есть. Представьте себе, машин нет, и эти люди будут такие. Будет полный город людей, правильно? Все перешли по машинам. Вот где люди. А вчера я выложила в телеграм-канале на нашем «Одесские прогулки» видео с лебедями. Три лебедя плавали очень близко. Чуть ли прям не на берегу, на лыжероне. Это уже не первое видео, где лебеди прилетают и плавают. Были плавали в Аркадии, а сейчас вот на Ланжероне. И, по-моему, неделю назад плавали два взрослых лебедя, и с ними лебедята такие серенькие, ну, уже большие, но они еще видно, что они лебедята, они еще не белые, а такие серенькие. Ну, ты понимаешь, да? Да. Вот. А сейчас три лебедя. Ну, все беленькие. Почему три, я не знаю. Может, один лебеденок? Не знаю. Обычно они же парами, да? Угу. Но мы один раз одного видели. Да, но одного это уже трагедия. Или же он еще не нашел. Лебеди на всю жизнь. На всю жизнь, да. Ну, это мы так знаем. Да. Ну, мне кажется, так оно и есть. Да? Да. И вот еще один маркет, видите, Таврия тоже. Жилое здание. И живое здание, да, да. Ну, я так, мы просто показываем, чтобы вы немножко имели представление, что это такое. Мы в Аркадию не пойдем, естественно. Вот здесь, наверное, мы и закончим. Видите, тоже там вон наверху стоянка машин и дома, и вот эти там внутри тоже много-много домов. Строится сколько. Да, и строятся, и еще хотят строить, и в Аркадии в самой уже строят. Ну, конечно, это все
Нам не очень нам нравится. Не нравится. Да, вот да. Так скажем так, мягко мы скажем. Нам не нравится. Да. Кому-то нравится, кому-то не нравится, мы никому не навязываем своего мнения. Ну, вот, очень хорошо ходит трамвайчик. Пятый. Давно здесь не были, потому что то погода были, то закрыто было, то просто не хотелось. Ну, а теперь вот решили пройтись вам здесь показать. Будьте нам здоровы, берегите себя, берегите своих близких. Пускай всех наступит